Сегодня исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Там за 10 лет страна потеряла более 13 тысяч солдат. В Чебоксарах состоялось возложение цветов к монументу воинам-интернационалистам. Война в Афганистане длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней. Из Чувашии там служили, по разным данным, от 4,5 до 5 тысяч солдат. Более 100 из них вернулись на родину в цинковых гробах. Четверо считаются пропавшими без вести. Их имена увековечены в Парке Победы на монументе воинам-интернационалистам. С годовщиной окончания боевых действий всех поздравил заместитель главы администрации города, ветеран афганской войны Владимир Филиппов. Последнее подразделение советской армии перешли пограничный мост через реку Амударья. Для всех, кто шел по этому мосту, это было событие до и после. Мы сегодня отдаем дань уважения павшим и дань уважения живым, которые вернулись с этой войны. Накануне стало известно, глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ об увеличении социальных выплат инвалидам боевых действий. Вот это то внимание руководства республики, которое уделило этим ребятам, вот та возможность, которую руководство республики нашла, изыскала в бюджете для выплаты ежемесячной, для нас это очень дорого.